В Самарской области впервые будет проводиться молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2013». С 18 по 28 июня на площадке фестивального парка ожидается более 2000 гостей. Они смогут принять участие в образовательных курсах, пообщаться с интересными людьми и защитить на конкурсе свои проекты по основным направлениям: инновации и техническое творчество, ты предприниматель, арт-квадрат, информационный поток, строительство и ЖКХ, технология добра, фитнес-смена, беги за мной и политика. Чувашия тоже готовит свою делегацию. У нас квота на Чувашскую республику 90 человек, но есть одна особенность. Просто так человек туда попасть не сможет. Туда попадут только те молодые люди, у кого есть разработанные проекты. Неважно, на стадии разработки или на стадии реализации уже проекта. Самое главное, должна быть некая идея, с которой они поедут. И там будут конвейеры молодежных проектов, где они будут участвовать уже в конкурсе, в грантовом конкурсе. И у любого проекта есть возможность получить финансирование или софинансирование на реализацию своих проектов. Таким образом, у нас будет 90 человек уже с готовыми проектами. Но для того, чтобы наша делегация была более сильно представлена от Чувашской республики, в мае-июне мы устроим школу проектной деятельности. То есть мы будем с нашим экспертным советом дорабатывать эти проекты, изучать, дорабатывать, и, может быть, некоторые мы уже начнем реализовывать. А финальная проверка этих проектов будет уже на форуме Мулгор, то есть это некий фильтр будет уже для этих проектов. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 136 заявок от Чувашии. Напомним, что заявки принимаются до 15 мая на официальном сайте www.ivolgaforum.ru.